Здравствуйте, как вас звать? Здравствуйте, меня зовут Ольга. Откуда вы приехали? Ивановская область, город Кинешма. Давно приехали? Уже 12 дней назад. Когда уезжаете? Завтра уезжаем. Как вам отель? Отель? Интересный отель. Так, нам все понравилось. Сколько не все, конечно. Сколько вы заплатили за данный тур в этот отель? Это коммерческая тайна. Здравствуйте! Привет! Вас как звать? Наталья. Наталья. Вы откуда? Откуда? Тоже в Ивановской области. Город на Волге, Кинешма. Вы подружки или мама-дочка? Подружки, да? Как вам отель? Нормальный отель. Обслуга хорошая, кстати. По персоналу нет замечаний. А остальное зависит от хозяина. У нас здесь знакомые, они говорят, 7 лет были здесь назад, был шикарный отель. Шикарный просто. Сейчас это экономный пятерка. Нет, это не пятерка. Пятерка. Это не пятерка. А вы были в тройке или в четверке? Я была в Тунисе в тройке, и она и то лучше. Знаете, давайте Тунис тройки и Турция тройки, это не сравнивать. То есть это две разные категории, все понятно, да. Все понятно. Да. Но это не пятерка. Как вам территория? Начался обед. Так. Обед. Через час, обед длится 2 часа. Через час виски нет. Все. Но виски. Главное спиртное, что ли, в обед? Нет, не главное. Но это тоже показатель. Ну, а потом, разве не появилось? А что бегать по территории, искать-то его? Территория большая, это понятно. Нет, и здесь нет, и там нет, и сюда бежать. В новый корпус бар. Там есть. Да вы что? Да. И там тоже нету. Представляете? Как вам пляж? Пляж хороший. Как вам территория отеля? Территория красивая. Номера как? У нас хороший номер. Кроме виски, как вам завтрак, обед и ужин? Немножко все однообразно, конечно. Рыба-селедка утром, рыба-селедка вечером, рыба-селедка в обед. Иногда дают какую-то другую рыбку. Но не только это рыба-селедка, есть еще и мясо. Курица. Крылышки. Есть крылышки курицы, есть грудка курицы. Блин, что еще у нас там еще? Печенка. Еще есть печенка курицы. А сердце ели? Еще сердце, которое не жуется. У нас с нами еще пенсионерка, у нее, не жуется. Ничего не жувалось, да? Ладно, хорошего вам полета, мягкой посадки. Да. Доброе утро. Доброе утро. Представьте, скажите, как вас звать и откуда вы? Так, мы с Южного Урала, с города Златоуста, Челябинская область. Яна Садовщикова. Мы приехали 10 числа. 10 октября? Да, 10 октября. На сколько ночей? На 10 ночей. Угу. Вот. Мы, если честно, очень недовольны. Что именно вам не понравилось в данном отеле? Если бы не море, солнце и песок в этом отеле, то, в принципе, больше плюсов здесь я не вижу. Потому что в столовой это постоянно грязная посуда, всегда стоят тарелки с едой, не убираются. Персонал непонятно как одет в столовой. То есть какой-то должен быть дресс-код, как понимаю, да? Угу. То есть должны быть в чем-то чистом. Униформа какая-то, да? Да, то есть особенно работники столовой должны быть в чем-то чистом, одеты. Вот. Тут непонятно, в чем они одеты, все время грязная посуда, некуда сесть, ты ищешь место, чтобы присесть. Салфетки постоянно грязные, то есть антисанитария. Вот, если честно, мы уже даже, прибываем здесь 5-й день, да, и мы уже протираем тарелки салфетками, чтобы вдруг что-то не подхватить. Насчет еды. Курица – это основное мясо, которое здесь есть. Остальное все соевое. Соевые сосиски и все остальное. В общем, не очень. Конечно, то, что касается воды, фруктов вообще нету. Есть только яблоки и груши. Потому что окончание сезона еще, это тоже надо учитывать. Виноград? Нет, я думала, что мы с России приедем, где жарко, угу. Приедем, наедимся фруктов, да? Угу.
ничего мы этого не увидели. Анимации в отеле никакая, то есть только утята пляшут, мы не дети. Мы, конечно, рады, что для детей такая анимация, да, но мы взрослые тоже хотим сильно поколбаситься, мы это любим, вот, а нам это сделать негде. Анимация, да, здесь как бы согласен по поводу анимации. Сколько вы заплатили за тур? 146. На скольки? На четверых. Двое детей, двое взрослых. Двое детей, двое взрослых. Как вам номер? Вы в старом или в новом корпусе? Вот про номер это отдельный разговор. Нас сначала заселили, то есть когда мы приехали, нас долго мотали по номерам, 5 штук сменили номеров, нас возили туда-сюда, везде номера были почему-то заняты, и вот тот, кто нас разносил, носильщик, он не знал, что номера заняты. Угу. Он, видать, хотел, чтобы мы это... Потом нам напрямую сказали, что вы заплатите $10, и вам дадут хороший номер. Угу. Мы платить ничего не собирались, мы остались ждать. В общем, мы дождались, нас повели по этим 5 номерам. В общем, в итоге нас заселили в номер. Когда садишься на туалет, ты просто с него, на толчок, ты просто с него падаешь, потому что он не прикреплен был к полу. А, во-вторых, я шпарилась кипятком, потому что была либо горячая вода, либо холодная. Угу. А, в-третьих, там была везде такая грязь. Простынь лежала вся в дырочку. Я это тоже все, у меня фотографии все есть. Я потом обязательно напишу свой отзыв об этом отеле. Угу. Вот. На что мы, в общем, на ресепшене раскричались, растопились ногами, и нам дали в новом корпусе номер. Причем был заранее за... Заранее у нас был уже номер в новом корпусе. Занят. Вот. Вы, то есть, заплатили, вы купили тур в новый корпус, да, а вас... А нас пытались разместить в старый. В старом. Вот если бы мы не возмутились и пошли на ресепшн, да. Я так думаю, молча бы сидели в этом, где нас четверо, две кровати нам всего нам дали. Нам дали две кровати. Два полотенца там, да, ну мы вообще были в шоке, конечно. Так что вот, свои плюсы, конечно, мы нашли. Это море, солнце и песок. Мы наслаждаемся. Расположение отеля как вам? Конечно, большой парк. Нельзя сказать, что это тоже как бы с собой, ну, это берет. Много где есть погулять. То есть у них территория большая. Территория большая, бассейнов как бы достаточно. Хочешь плавай. Да. Но хочу сказать насчет пляжа. Пляж тоже грязноватый. То есть там никто не убирается. Как вот эта какая-то проволока валялась тут 5 дней. Она так лежит, ее даже никто не убрал. Я все время за нее запинаюсь почему-то. Еще трубы в воде. Что? Да ладно. Трубы такие большие в воде, сломанные, всякие грязные. Это возле пирса, что ли? Где плиты? Где плиты? Да. Туда никто не заплывает. Вот. Так что вот, вот такой у нас. Как вам, еще плюс этого отеля, что у нас все находится в самом поселке, так ведь? Ну, можно да, выйти и ездить прогуляться. Да. Нет, там... ну это само собой, близко к морю тоже, это тоже свой плюс. Как бы, если бы вот они улучшили качество обслуживания, то есть навели порядок, значит, с внешним видом персонала, со столовой, с порядком, то, конечно, цены бы не было этому отелю, я думаю, что здесь... Ну, и так много народу, но было бы, никогда бы свободных мест не было, это точно. Но тут я слышал, менеджер 2 года назад сменился, и, может быть, потихонечку что-то улучшает, но я пока еще тоже первый раз в этом отеле, и не могу еще. Ну, точно могу сказать, вот по сравнению, у нас есть сравнение, мы в апреле этого года отдыхали в Кемере, в Лукианике, и просто вот там настоящая пятерка. Вот этот отель по сравнению с Лукианикой, это просто тройка, столько, наверное. Столько блюд разнообразия в том отеле, да? Здесь даже пирожного, ну, и ты просто не успеваешь, как что-то там поставить две пироженки, и все. Если ты чуть-чуть попозже пришел, ты уже ничего не успел, дети как бы съесть, ничего не успели. Так что вот так. Так ладно. Что мы в следующий раз поедем в Лукианику. Ладно, хорошо, спасибо вам за отзыв, хорошего вам отдыха. Главное быть на позитиве. Мы стараемся как бы это все скрасить, как бы это же все мелочи нашей жизни. Но хотелось бы, мы же уехали от этих мелочей из дома. Хотелось бы здесь вот действительно забыться и не думать ни о чем. А ты, получается, что первый день такой прессинг, тебя что-то туда-сюда мутозит. Это вообще сразу же ноль, вот понимаете, на ноль опустилось все дальнейшее пребывание. Ну, надеюсь, у вас не будут уже таких приключений. Мы уже в отеле, конечно, да, да. Ну, естественно. Сейчас у нас номер более-менее. Я ничего не могу сказать. Большой номер, как бы в новом корпусе. Кровати удобные, там как бы убираются, приходят. Ну, каждый день там кто-то, может быть, жалуется, что нет. Но приходят каждый день. Как бы полотенца чистые меняют и...
тут уже ничего не скажу. Вот, ну вот так вот, как бы мы уже стараемся просто течь по течению. Ладно, хорошо, спасибо вам, дайте пять. Все, давайте, пока-пока. Что есть такие позитивные люди вот в этой, во всем этом, да, которые радуют людей при общении с собой. Люди добрые. Так что, да. Ну да, да. Ну все, ладно, хорошего вам отдыха, пока-пока-пока. До свидания. Сань, здорово. Привет, привет. Очень рад вас. Подожди, скажи, откуда ты? Город Екатеринбург. Зовут Александр. С кем приехал? Приехали мы с супругой, с Татьяной, на 7 ночей. Давно? Ну вот, мы сегодня ночью уже улетаем. Как тебе отель? Есть свои минусы, но в основном это все-таки, ребята, это плюсы. Потому что отдых мы делаем сами. Вот. Единственный минус – это отдаленность от аэропорта, действительно далековато ехать. Но я считаю, что свои деньги отель полностью себя оправдывает. Как тебе номера? Номера, ну, честно, грязноваты. Но говори правду. Да. Но мы сюда приехали не сидеть в номерах, а именно отдыхать. Ребят, мой вам добрый совет. Вы не стесняйтесь, подходите, знакомьтесь, и ваш отдых пройдет вот так. Как с нами, да? Да, и вот как с вами. Как тебе шашлык? Шашлык был отменный. Как тебе еда в отеле? Завтрак, обед, ужин? На завтраке я был только один раз. Так, обед. В принципе, голодными вы не останетесь, но маловато мяса. Мяса какого маловато? Мяса в принципе маловато. Вообще маловато, да? Да, потому, ну, здесь есть оправдание данному отелю, потому что уже конец сезона. И поступила информация, что через пару дней, кто еще не уедет из этого отеля, их переселят в другой отель. Лучше сказали, да? Да, в отель получше. Но насколько это правда, еще непонятно. Вот ребята тут остаются еще на некоторое время. И да. Так что потом проверим. Как тебе посуда? Как говорят, очень грязная или что? Посуда грязная или грязновато. Да, грязновато. Да, но здесь опять же можно найти оправдание, но потому что отель очень огромный, народа очень много, и поступила информация, что народ переселяли из другого отеля в этот отель, и было очень много народа. Возможно, персонал просто не справился с количеством... Не успевает. Да, с количеством туристов. Как тебе территория отеля? Территория, ребят, это сказка. Вот реально, вот ради территории сюда тоже можно приехать. Территория огромная, выход к морю классный, вам никуда не надо бегать, никакие переходы, никакие дороги перебегать не нужно. И очень классные виды. То есть бар на пляже, вы прямо садитесь в снэк-бар и с видом на море. Ну, ребят, вы не пожалеете, вот, ну, честно. Говорят, что клопы в номерах. У вас есть клопы? Нет, ну, вообще не встречал. Комары, мухи. Комары были. Мы брали с собой фумитокс в розетку, и никто нас не кусал. Нет проблем, да? Да. Как тебе анимация в отеле? Ну, анимации как таковой не ждите абсолютно. Да, потому что отель семейный. Сегодня, ребята, только второй день караоке. Я уже здесь 10-го нахожу числа. Сегодня 18-й, второй день караоке. Как тебе мы? Да как? Вы крутые, ребятки, вы крутые. РСТ Драуслава, супер! 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 Ты первый раз в этом отеле? Нет, в прошлом году мы были уже в этом отеле. В этом году мы приехали второй раз. В прошлый раз мы тоже отдохнули круто. Мы были в разгар сезона. А в этом году мы приехали уже под конец сезона. Вот. И в сравнении прошлый год и этот год, вот питание было лучше, гораздо лучше. Был выбор гораздо больше. Было оформление, из арбуза всякую там штуку вырезали, было очень красиво. Здесь просто, ну, нужно дать должное, потому что это конец сезона, ребят. Да. Вот, давайте вот действительно будем думать адекватно. Объективно. Объективно, да, конец сезона. Все заканчивается, но народ прет, да? Да, а народ все прет. Да. Вот, но я считаю, что отель свои деньги очень адекватен. Очень адекватно. Ты будешь советовать этот отель друзьям, да, знакомым? Да, определенно. Да. Он хорошо, что пляж рядом, все рядом, в центре Коноклов, так ведь?
Ну, да, если захотите сходить в магазин, здесь все рядом. Супермаркет и Макдональдс рядом. Захотите, сходите, покушайте. Пляж, есть ли плиты? Еще раз. Камни, плиты, пляж, на пляже есть? Не встречалось. Вход в море как тебе? Ну, рисковат. Если с детьми едете, то нужно бдить. Да. Следить за детьми смотреть, обязательно. Да. Ладно, ребята, хорошего вам полета, мягкой посадки. Будем общаться обязательно. Обязательно. Все, ребята, общайтесь со всеми, общайтесь, встречайтесь. Круто! И мы счастливы! Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, скажите, откуда вы? Людмила Карелия, Петрозаводск. Когда приехали в этот отель? Мы приехали 13 октября. Когда уезжаете? Уезжаем послезавтра. Денечек остался. Откуда вы сами? С Петрозаводска. Сколько вас приехало человек? 6 человек нас приехало. 6 человек. Веселая компания дружная, да. Откуда узнали про этот отель? Подружка забронировала тур. Вот мы приехали все вместе. Сюда, да? В старом или в новом корпусе? В старом. Ну, у нас все аккуратненько, все устраивает. Как вам отель? Очень хорошо. Близость к морю. Прям все шагнул, да, все рядышком, пляж замечательный. Всегда есть зонтики, шезлонги, все. Скажите плюсы и минусы этого отеля. Плюсы. Шикарная природа. Погода замечательная. Конец октября. Вот у нас уже снег мокрый практически. Там холод. Не хочется даже думать, что самолет скоро собираться в этот холод ехать. Здесь все замечательно. Люди вон загорают, сгорают, купаются. То есть до ночи тепло. Все замечательно. Очень красиво. Даже сама территория. Все утопает в зелени. Все очень красиво. Все продумано для отдыха, для детишек площадка. Как расположение отеля вам? Я говорю, очень удобное. Ну, то, что он и находится в центре Конаклы, так ведь? Да, это очень удобно. Вышел, все в шаговой доступности, торговые центры. Как еда вам в отеле? Еда? Завтрак, обед, ужин. Все. Говорите правду. Нет, все нормально. Как говорится, если недостатки искать, их можно найти везде. Я не ищу недостатки, меня все устраивает. То есть вы не обращаете на минусы? Я не обращаю внимания на минусы, я приехала отдохнуть, и меня все устраивает. Но минусы все равно существуют, так ведь? Что-то где-то. Если их искать, можно найти. Ну скажите про минусы, чтобы люди знали. Ну кого-то, я не знаю, кого-то не устраивает, я слышала просто разговор, кого-то не устраивает питание, кому-то мало фруктов, там, не знаю, кому-то, слышала, мало анимации, не знаю, анимация вот с утра, пожалуйста, приходите до обеда. Да, ребята, вон музыка гремит. Возле бассейна, да, сейчас музыка там играет. Да, то есть проводится гимнастика, проводится поло, игры различные с детьми, со взрослыми, дискотека вечером. Вчера куда мы ездили? Вчера мы ездили на дискотеку Робин Гуд, веселой компании, очень здорово повеселились. Понравилось? Да, понравилось. Как вам блогер Радмир? Замечательно. Да? Человек позитив, да, все ходит, снимает, советует, объясняет. Будете советовать этот отель своим знакомым, друзьям? Да, конечно, конечно, да. Вернете еще раз в этот отель? Посмотрим, получится, и может, и вернемся. По обстоятельству, да? Да, по обстоятельствам. Сейчас очень все устраивает. Ладно, хорошего вам отдыха. Передайте Спасибо. Привет. Кому-то хотите передать привет? Передаю привет своим родным и близким. Я вас всех люблю. Скоро приеду. Ладно, спасибо большое. До 5. Хорошего отдыха. Сегодня должны мы увидеться. Сегодня мы должны поехать в клуб Summer Garden, да? Да, да. И мы счастливы! Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, скажите, откуда вы? Я из Москвы. Меня зовут Гуля. С кем вы приехали? Я приехала с сестрой, и мы приехали с 4 детьми, из которых вообще малявки. Когда вы приехали? Мы приехали 14 числа. На сколько ночей? На 10. 10 ночей. То есть уже скоро уезжает, да? Ну да, 3 дня. Как вам отель? Слушайте, ну я просто стараюсь не видеть минусов, настроена на позитив, поэтому мне все понравилось. Как вам территория отеля? Территория вообще просто для, ну, по крайней мере, с детьми вообще классно. И мне нравится, что и вне территории тоже все в зоне доступа. О, рядом, да, эти, именно центр Конаклов. Да. Пляж как вам? Классный пляж, и море порадовало в октябре. В общем, просто здорово. Первые дни были, конечно, волны, но сейчас такое море спокойное, теплое, песочек. Как вам питание в отеле? Слушайте, ну, как бы по сравнению со всеми остальными отелями Турции, здесь дают мясо. Настоящее мясо. Многие просто жаловались, что кушать нечего.
Ну, я не приехала сюда объедаться, хотелось бы чуть-чуть скинуть. Похудеть, да, да. Поэтому, в принципе... Ну, голодными не останетесь. И голодными не останетесь, да и, в принципе, по-моему, очень много еды. Анимация как вам в отеле? Ну, нам все нравится. Дети всегда найдут себе развлечения. Короче, кто хочет отдохнуть, классно. Тот отдохнет, кто хочет найти какие-то косяки, минусы и ныть, тот всегда найдет над чем понять. Номер как вам? Вы в старом или в новом корпусе? Мы в старом, и мне он понравился тем, что у нас обалденный вид на море. На море, да? Да. Какой этаж? У нас 5-й этаж, и вообще просто. Поэтому я очень рада, что мы в старом корпусе. И никакой грязи, ничего не вижу. Убираются, кстати, у нас каждый день. И независимо от того, оставишь ты $2 или не оставишь, уборка каждый день, все меняют, все чистят. Говорят, клопы тут есть. У вас есть клопы? Нет, у нас ничего нет, у нас все отлично. В старом корпусе нет клопов, я в новом корпусе тоже нет клопов. Что из минусов отеля, вы можете сказать? Ой, даже не знаю. Вы просто закрываете глаза на минусы, да? Таких как-то особо. Ну, может быть, где-то чуть-чуть какая-то реновация нужна, но, в принципе, я не вижу никаких минусов-то. Опять-таки, мы же не платили каких-то прям баснословных денег. То есть это экономичный отель, да? По крайней мере, мы очень недорого поехали, поэтому для тех денег, которые мы заплатили, мы очень классно отдыхаем. Понятно. Будете советовать этот отель? Да. Друзьям, приедете еще раз сюда? Да, приеду. Приедете, да? Да, нам все понравилось. Вот мой сын. Передай всем привет. Всем привет. Передайте тоже, кому хотите передать привет. Всем-всем передаю привет. Всем знакомым, да. Друзьям, родителям. Ждите сувениры из Алании. Как вам блогер Радмир? Классно, все, мы все смотрим. На позитиве? Мы пропустили шашлык на берегу. Шашлык, да, да вы что? Я ведь всех это собирал, говорил, давайте. Вот я вот не прочитала. Пропустили. Ну ладно, я ничего, со следующего смотрите официальное видео, увидите, как мы делали шашлык. Ладно, хорошего вам отдыха, дай пять. Хорошего вам отдыха. Спасибо. Что хотите пожелать? Быть всегда на позитиве людям, так ведь? Да, не обращать внимания на минусы. 100%. Всегда вот то, что внутри вас, то и будет вас окружать. Поэтому, если внутри вас все классно, то у вас вокруг будет все просто зашибись. Ладно, спасибо большое, хорошего отдыха. Вам увидимся еще. Пока-пока. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы? Мы из Уфы, подружка, отдыхаем здесь. Как вас звать? Тамара. Тамара и? Альфира. Альфия. Из Уфы, да? Да. Зёмы, есть слова-то. Давно приехали? Мы неделю будет завтра. Завтра будет неделя. А на сколько ночей? На 10 ночей 11 дней. 10 ночей 11 дней. Как вам отель? Вообще, у нас другой отель должны были перевести, но он закрылся. Угу. И у нас сюда. И здесь 3 отеля, видимо. Но этот отель себе так не очень чисто, но рады то, что первая береговая линия. Во-первых, песочек мелкий. Хорошая. Да. Территория, да? Как в столовой. Что? Как в столовой. Да, а, в ресторане. В ресторане как-то, да, не очень там нравится. Еда вам не нравится, так ведь? Не нравится. Номера как вам? Номера тоже. Полотенце не меняет, но постельное не меняет. Приходится просить, чтобы поменяли. Каждый день убирается? Каждый день. Ну так себе, поверхностно все. Поверхностно, да? Да. Ну говорят, якобы последний месяц закрывается на ремонт капитальный. Ну они оправдываются, я думаю, так. Ну вообще вам отдых, в принципе, понравился очень или нет? Очень понравился. Вот именно в этом отеле? Именно в этом отеле не все нравится, а в общем... Что из минусов, можете сказать? Мы приехали за солнцем, воздухом, водой и все прочее. Поэтому все остальное нас как-то не волнует. То есть можно закрыть глаза на минусы, да? Да, я бы так сказала. Не волнует. Да, если, допустим, предоставится вам еще раз шанс сюда приехать, вернетесь в этот отель или нет? В другой отель. Этот отель будет советовать друзьям или нет? Ну, если после ремонта он будет лучше. Смотря по какой цене. Да. Да. Но у вас сколько вышел тур? 32 тысячи на человека. 32 на человека за 10 ночей? Да. Ну, это недорого. Ну,
Ну это да, поэтому мы больно-то и поэтому... страдаем. Да. Не жалеем. Да. Да. То есть отель как бы стоит своих денег, да, можно сказать? Да, то, что мы заплатили, я считаю, что это хорошо. Можно заплатить и 100 тысяч, но там, естественно, будет уже совсем, кстати, другое. Мы разговаривали со многими, кто-то заплатил 146 за троих, и из Москвы приехали тоже 50 с чем-то тысяч. Короче, угу. Обидно. Вот, ну, да, да, за 50 да. с лишним тысяч да, да, расстроишься. Да, да, да. А за 30 тысяч это так, ушла, не можно. Привет! Привет! Представься, пожалуйста, скажи, откуда ты? А, меня зовут Катя, я из Самары. Из Самары. Давно ты сюда приехала, в этот отель? 13 числа. 13 октября. Да. На сколько ночей? На 6. 6 ночей. С кем ты приехала? С подругой. С подругой. Подруга как звать? Аня. Аня, угу. В каком корпусе живете? В новом. В новом нам корпусе, повезло, да? Нам дали сразу комнату в новом корпусе, да. Как тебе отель? Только говори правду. Давай с этого начнем. Как тебе территория отеля? Территория нам очень понравилась, очень красиво, большая территория, пляж очень красивый, круто, территория крутая. Где отель находится непосредственно? Конаклы. Конакла в центре, да? То есть можно выйти из, да, отеля? Да, рядом магазины, тут... все рядом, можно сходить прогуляться, так, купить сувениры. Номер как вам? Номер нам достался неплохой, там было даже 3 кровати на двоих, прям шикарно. Не очень чистый. Не очень чистый? Нет, у нас был очень грязный холодильник, весь в пятнах, душевая кабина, вся ванная комната. Вот в этом плане мы, конечно, недовольны. Номер не очень хороший. На каком этаже вам номер достался? На 6-м. На 6-м этаже. Угу. Вид? Вид не на море, частично вид на море, в принципе, вид неплохой. Боковой? Да. То есть сбоку. Слева горы, справа море, да? Да-да-да. У меня такой же номер. Но, в принципе, неплохо, так ведь? Да, вид из номера неплохой. Все номера, которые выходят на море, это в старом корпусе, вот, если непосредственно. Угу. Как тебе питание в отеле? Ожидала большего от пятерки, на самом деле. Но, в принципе, поесть есть что. Как бы мы не голодные ходим, но хотелось бы большего. Но нужно иметь в виду, что это экономная пятерка, так? Почем да. взяли тур? Сколько вы заплатили? 64 на двоих. 64 на двоих? Угу, брали в сентябре, в начале сентября. В начале сентября, да? Но если будете, допустим, бронировать в начале января-февраля, то цены будут дешевле. Но мы планировали. Вы сравнили другие отели какие-нибудь по сравнению с этим? Мы смотрели еще Арансию, которая рядом находится и тоже относится к группе MC. Этих, да, да, MC. Вот. Но выбрали почему-то этот. Но, в принципе, мы не пожалели. Как тебе посуда в ресторане? С этим тоже есть большие проблемы, потому что посуда грязная. Но и... грязная она в чем? Давай вот, потому что многие говорят, грязная посуда, что и многие считают, что она не мытая. Попадались такие приборы и тарелки, на которых оставались пятна. Пятна, да? Да, то есть были прям пятна, это грязное считается. Ну, то есть посуду нужно просто отдирать, так ведь? Да, мне кажется, они ее почти не моют, споласкивают просто. Ополаскивают? Потому что стаканы прям все в налете, очень грязные. И очень много еще одноразовых стаканов, что тоже не очень приятно из них пить. Вот, ну, как бы... Как тебе бар на пляже? Ну как? Можно, в принципе, по алкоголю сказать, что алкоголь здесь не супер. Что есть из алкоголя в этом отеле? Мы пили пиво, которое как вода. Ну, я думаю, что для экономной пятерки это нормально, потому что мы были в том году в четверке, такое же пиво было. Мы пили джин. Ну вот джин смешать, если с каким-то, ну там, с колой или с фантой, более-менее. Водка тоже более-менее. В чистом виде я ничего не пила. А виски с колой мне показался абсолютно отвратительным. Вообще не понравилось. Больше... Коктейли пробовали в этом отеле? А, коктейль, да, мы тоже пробовали. Ну, неплохие. Какие коктейли? Я не знаю, с чем он мешает. Либо с ромом, наверное, с ромом. Ром, сироп, фанта, ну вот такой. Но коктейли сами по себе как? Вкусные, невкусные? Не, вкусные, но с них не кроет вообще. Не накрывает, да? Нет. Можно выпить, не знаю, 10 литров. Была на завтраке? Раза два, наверное, да, была. Что дают на завтрак? Ну, на завтрак, в принципе, неплохо. Можно и поесть кашу, если кто-то любит на завтрак. Можно хлопья с молоком,
Овощи всегда есть, фрукты всегда есть. Яичница. Вот. Яичница, да, очень важный, и омлет, который тоже многие люди любят. Так что, в принципе, неплохо. На обеде была? И на обеде была. Обед и на как ужин. Тебе? Ну, обед и ужин примерно одинаково. Всегда есть крупа, я люблю крупы, поэтому это хорошо. Всегда есть овощи, всегда есть курица. Вот. Ну, рыба такая себе, не очень вкусная. Много народу ли? Стоят ли очереди в ресторанах? На завтрак и обед, в принципе, не очень много. На ужин, когда приходишь ровно к 18:30, когда начинается, народу очень много. Но очередь, ну, буквально там минуту постоишь, успеваешь, то есть нормально взять. Быстро, да? Ну, достаточно быстро, да. В этом плане проблем нет. Территория, да, очень мне понравилась, в принципе, красиво. Единственное, что, ну, есть фонтан, но он такой уже немножко старенький, не помешало бы сделать ремонт. Реновацию, да? Да, да, да. Красивые пальмы, зелень, это все, конечно, очень красивое. Бассейны неплохие, нам тоже понравились. Причем их сколько? Два для взрослых, два, по-моему, да. Два для взрослых. То есть это тоже неплохо, потому что один есть около бара для тех, кто хочет днем там покупаться и выпить. И есть один подальше, где можно просто позагорать, поплавать. Говорят, клопы в постельном белье есть. У вас были клопы? Не видела, ничего такого не видела. Не было, да? Нет, постельное белье у нас было чистое, полотенца у нас были чистые. Нам два, наверное, раза за 6 дней приносили новые полотенца чистые. С пятнами, без пятен? Нет, пятен вообще не видела. Пятна были на полотенцах, которые для пляжа, которые выдают бесплатно. Ну да, уборка в номерах каждый день, не каждый день. Ну, если это можно назвать уборкой. К нам приходили каждый день, поправляли одежду, складывали, если где-то что-то там не на месте лежало, заправляли всегда постель, но вот грязный холодильник как был, так и остался. Ну, полы, да, нам мыли, то есть нормально. Полы у вас какие? У нас ковролин. Ковролин. С пятнами. Тоже... Вот ковролин с пятнами. Ковролин с пятнами, грязный, да. Да, я полностью согласен. Как вам анимация в отеле? Мы почти днем почти с ней не сталкивались, потому что либо на экскурсии, либо мы там на пляже, поэтому мы почти не видели. Вечером очень грустно, потому что вся анимация, которую мы видели, это караоке до 11, если не ошибаюсь. Ну, караоке круто, да, все весело, вот, но за час с 10 до 11 не успевают все попеть. И все дискотеки тоже были до 11. После 11 нас пытались зазвать в клуб. Ну, бесплатно доставляют, бесплатно привозят обратно. Но все, что в клубе внутри, естественно, платное. Поэтому в этом плане очень не понравилось. Мы надеялись, что мы будем веселиться, отдыхать. А в итоге в 11 часов все, тишина. Сами себя развлекали. Ну, есть здесь еще дискобар. Мы один раз, да, мы были один раз в этом дискобаре. В первый день. В принципе, неплохо. Можно попросить свою песню. Если прям очень хорошее настроение, можно туда зайти. Единственное, что там ужасно душно и запах неприятный. Да, там из-за того, что душно, нет вытяжки, видимо, пахнет людьми и сыростью. Чисто или не чисто в дискобаре? Чисто. Чисто, ну, да? Как бы там темно, сильно ты не увидишь, но грязной посуды не было, то есть, в принципе, в этом плане нормально. Как тебе наша компания, с которой наша компания – это наши солнышки любимые. Спасибо просто ребятам, которые подошли к нам, познакомились с нами, привели в свою компанию, потому что именно они сделали наш отпуск. Это мега круто. В 11, когда все заканчивалось, мы продолжали тусить, у нас была всегда музыка, мы пели песни, мы танцевали до утра. Это просто лапушки. Прям. Все-таки нужно настраиваться на позитив, так ведь? Да, нужно. Люди делают сами настроение, поэтому ни капли не пожалела, что прилетела сюда. Несмотря на некоторые минусы, которые были, все равно мы безумно счастливы, мы очень довольны и очень жалко уезжать. Приедь еще раз в этот отель? Нет, в этот отель мы точно не приедем, потому что я думаю, что за такую же сумму можно выбрать варианты намного получше. Пускай даже это будет не пятерка, а четверка, но без минусов, таких, которые были здесь. Поэтому да. Я думаю, в следующий раз нашей компании, с которой мы здесь познакомимся, мы полетим в другое место. Как тебе Радмир, блогер?
Радмир блогер сделал тоже наш отпуск. Просто спасибо тебе огромное за фотки. Миллион фоток и видео. Это просто шикарно. Спасибо за настроение, за «я уеду жить в Лондон». Да-да-да. Блин, ты мега крутой. Какая фишка у нас? Мы счастливы! Love you.